приехало порядка 150 студентов. Они представляют разные образовательные организации высшего и среднепрофессионального образования города Новосибирска. И они сегодня выполняют работы по уборке природного мусора, по окраске пилонов, посвященных воинам сибирякам. Эту акцию мы проводим ежегодно, не только в преддверии Дня Победы и 70-летия Победы в этом году. Также предыдущие порядка 4 лет мы сюда уже приезжаем ежегодно и проводим данное мероприятие. В этом году мы здесь уже во второй раз, потому что мы приезжали сюда чисто таким мужским составом 18 апреля и раскидывали снег, чтобы он как можно быстрее растаял, и мы смогли вот сегодня выполнять эти виды работ, которые я обозначил. Важно то, что ребята собрались и делают очень благородное, важное дело. Без лозунгов, без больших таких слов, без плакатности. А просто занимаются полезным очень делом. Если говорить о патриотическом воспитании, то оно возникает именно вот во время проведения подобных мероприятий. Это святое. Есть святые вещи. И в частности, победа в Великой Отечественной войне нашего народа, советского народа, Красной армии нашей, победоносной. К этому надо очень относиться трепетно.